Ну что, друзья, вот и наступил тот долгожданный момент, когда мы пытаемся выйти из этого засасывающего... Два месяца пуната. Все, что мы смогли, сделали, хотя хотелось бы еще побольше в плане модернизации лодки. Установили солнечные панели и все такое, бла-бла-бла. Электрический туалет. Электрический туалет, да, у нас. Вау, у нас и такой туалет. Это очень приятно и очень здорово. Это как, знаете, как в поезде нажал на кнопочку, и вода полилась. Не надо вот таким движениями. Не надо быть таким. Да, выкачивай. Короче, что, мы с Маловыми, вот они там, все-таки решили отсюда уйти. А то у меня уже... У них вторая попытка, у нас первая. Да, у нас первая, и мы поэтому очень переживаем, чтобы сюда не вернуться. Весь киль наш зарос паутиной какой-то, водорослями, ракушками снова. Придется опять чистить. Здесь просто такой вот... Уже два раза чистили, потому что за два месяца и опять все это. Да, это скорее всего, знаешь почему? Потому что мы плугом здесь это спахали плодородную землю, вот и пошло все. Якорь поменяли. Ну что? Паша очень помог, молодец. Да, и мы отдали ему полбинокля. В канадской подзорной трубе, да. И мы теперь можем видеть друг друга вообще рядом. Близится шторм, через три дня обещали очень сильный шторм по всей Адриатике, и мы пытаемся от него уйти, проскочить и найти какую-то укромную бухту. Дай бог, от нас все получится. Держите пальчики за нас. Ну, поехали. С Богом. С Богом. Офигеть, машинка. Это что за такая машина? Похоже на Zim Oldsmobile. Вах. Звезда горит. Вот, нифига себе. Вот такие автомобили среди яхт. Риека, Хорватия. Да. Реально. Пойдемте посмотрим Марине на автомобили. Вот Тесла перед вами. Обалдеть. Причем такая тюнингованная. С ума сойти. Неудобно заглядывать в окна, конечно. Модель X. Италия. Вот такая вот машина. А вот это белая Тесла. Но она менее навороченная. Машинка КПВЛ Словения. Вот такую моторку продают. Кому надо, кому интересно. For sale. C-Line 28. Два двигателя дизеля.
50 тысяч. Раскладка. Да, вот такие вот. Интерьер, экстерьер. Угу. Кому интересно, вот данные. Винты заглушены, сняты. Вот такое тут же объявление. И тут все закрыто. Ну, вдруг кому-то надо. Даже вот такая вот маленькая 26-я лодочка Сириус 26. Так, for sale. В принципе, видно, номер телефона понятно. Кого-то, если заинтересует стоимость, можете позвонить. Или как я обычно делаю, пишу сообщение, то есть забиваю телефон и пишу сообщение в WhatsApp. Вот. Такая лодочка. Якорь подняли, якорь чудо, зарылся в песок, вытащил как лопата целую кучу глины. Ну что, прощай. Прощай, Марина Пунат. Леди здесь стояла очень долго. У нее была своя табличка, свой пирс, именная табличка. Вот, надеюсь, увидимся не скоро. Вот это акватория, где мы стояли на якоре. Там остров, музей есть. Под гротом на двигателе. Сейчас мысок пройдем, там, по-моему, вот ветерок видно, раздует. Вот какие красивые места. Вот золотой пляж, вот в ту сторону, если обогнуть вот этот мыс, там вот будет золотой пляж, где мы были, где у нас видео. Вот он, Пунат. Вот это Пунат, там вот бухточка белая, кораблики. Вот это КРК, столица острова. Вот у нас сегодняшний герой, якорь.
какие красоты. Это Паша Малов, красота. И вот это все. Уже открыли паруса, парусим реально, ребят, супер колдунчики. Вот такая дикая площадь паруса. Откренивает чуть-чуть. Красивый старый город. Сейчас идем на заправку. Заходим вот сюда, за причал. Там будет заправка. Посмотрим, сколько у меня топлива. Не врет ли датчик. Все, швартовую приготовила. Вот идем в такую бухту. Интересный древний город, красивый. Вот такой вид. Короче, пришло какое-то судно и кинуло якорь. Не знаю, завтра посмотрим, что это за судно. Да, там 25 метров где-то, когда мы шли, да, было. Слышите звук? Вообще жесть. Там-то чё? Вот так и живем на якорной стоянке. Ни хрена себе он сбрасывает. Ну потому что там глубина сильная. Ну да. Я говорю, он 100 метров, и причем он большой. Хочу показать вам, ребят, чтобы вы ощутили те впечатления, которые испытываем мы, находясь на этой якорной стоянки. Вот такая красота. А еще сегодня вертолет приземлился здесь. Здесь? Да. Пока ты нырял, слева вот там приземлился вертолет и больше не взлетал, вот там и стоит. Ничего себе. Я слышал вертолет, но я думал, это просто какая-нибудь береговая охрана. Буквально вот метров 300 он стоит. Обалдеть. Ну, как люди живут. Доброе утро, дорогие друзья. Мы снимаемся с якоря. Из такого вот живописного места. С якорной стоянки. Это остров Раб. Такая красота. Да, вот эта крепость старинная, которую я показывал. Покажу. Маловы тоже снялись с якоря уже, и мы выдвигаемся в сторону острова Вир. В сторону острова Вир. Вот наш путь такой. Это 35 миль мы должны сделать хотя бы за 9 часов. Идем
по акватории выходим. И идем вдоль островов. Ну все, погнали.